Объединяют выставку «Зимние мотивы», «Зима», «Любовь к природе» и «Как молодые художники переносят эмоции на холст». Меня вдохновило на этот зимний пейзаж то, что мы очень сильно должны быть связаны с природой и должны как-то поддерживать связь. И с помощью рисунков мы это можем показать всем. Полина Колевадова передала настроение настолько реалистично, что многие не поверили, что картина написана. Но очень получилось удачно передать, особенно освещенное солнцем. После выставки не только это, но и все картины будут участвовать в конкурсах. Потом мы их собираем, и мы участвуем с этими работами в конкурсах. Если где-то необходимо будет, даже и выставки уже собираем, уже такие общие из нескольких вариантов. Вот это как бы индивидуальная такая выставка, зимние мотивы, но мы и осень рисуем, весну, а потом можем итоговые огромные выставки. Сегодня выставлено более 10 работ, написанных акварелью и гуашью. Все эти творения – копии работ художника Владимира Пермиловского. Мы взяли его книгу, когда нам раздавали. У него очень хорошие этюды масляные, вообще такая вот живопись живая. И девочки очень любят копировать с него, вот, потому что узнать технику, цветовая гамма очень такая. Потому что он работает с натурой, поэтому у него, конечно, очень живые краски. Выставка «Зимние мотивы» в Доме культуры «Поведники» будет работать до 30 декабря. Алла Сталаева, Андрей Колосов, Денис Корнев, Первый Мытищинский.